Нина Тененбаум, 11 лет, город Москва. Веселая, эмоциональная, немножечко дерзкая. Я люблю кушать. Пельмени люблю очень, макароны с сосисками, конечно же. Как же без этого? Кататься на велосипеде люблю, спортом заниматься. Правда, конечно, потом от этого болят мышцы, но ничего. Потерпим. Сниматься люблю очень сильно. Мы с камерой друзья. Я не люблю гороховый суп. Не люблю, когда люди врут, когда люди зависят от других людей. Я мечтаю стать актрисой, кондитером и космонавтом. А потому что я и сладенькое люблю, и сниматься люблю. А про космос я вообще молчу, я обожаю. Я боюсь темноты и оставаться одной на долгое время. Мечтаю сыграть в театре главную роль. Я еще люблю петь, и везде, где только можно, я это делаю.